Всем привет, с вами Арсений, магазин Tukamp и видеообзор складного поворотного кресла для лодки ПВП, выполненного из пластика. Кресло у нас поворотное, с простым поворотным механизмом на 360 градусов. Подробное видео можете найти также у нас на сайте, на нашем канале. Вот, сейчас, в принципе, вопрос будет немножко другом. Само по себе кресло у нас устанавливается на банку для лодки ПВХ. На некоторых лодках есть стационарные крепежки для банки. У нас лодка сейчас, допустим, с электросом, то есть для передвижных, с креплением для передвижных сидений. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы в том, что вы банку можете передвинуть куда вам угодно, но минус в том, что если мы закрепим данное сиденье, вся проблема в том, что данное сиденье, да, когда мы установили его на систему крепления электрос, кресло у нас имеет такой крен достаточно серьезный. То есть если мы садимся в кресло, мы с опаской достаточно так можем быть, ну, назад и переворачиваемся вместе с самым сиденьем. Многие говорят, около, что нам делать? Некоторые самостоятельно потом устанавливают дополнительный упор, вот, дополнительную основу, но сам производитель предложил достаточно простой способ усилить или как называется, сделать дополнительный упор. Вот. Что он нам дает? Здесь есть планка фиксации, так же как и на кресле, которую мы крепежом устанавливаем одну сторону на электрос, а планкой мы фиксируем данный упор на банке, то есть зажимаем банку между сиденьем. Что нам данный крепеж дает? Можно установить две дополнительные такие планки на вашу лодку с одной стороны и с другой стороны, и ваша банка будет стоять уже намного устойчивее, и вам уже будет не так страшно облокачиваться на кресло. Да, будет небольшой крен, но подкачаем баллоны, установим две планки, и уже можно будет совершенно спокойно сидеть и облокачиваться на данную спинку кресла. Кроме того, данная усиливающая планка может служить также для установки дополнительного оборудования для лодки ПВХ. То крепление для держателей спиннинга, крепление для монитора эхолота и прочих аксессуаров, которые могут вам пригодиться во время рыбалки на лодке ПВХ. Понравилось видео, ставьте лайки. Если есть вопросы по поводу данной усиливающей планки, задавайте, пишите комментарии. Постараемся ответить на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений. Рекомендую.